Привет, ребят. Всем интересно посмотреть, наверное, как будет играть читер после просмотра своих, вернее, репортов на свой аккаунт. После просмотра видеозаписей, повторов и жалоб. Да, то есть читер, когда узнал, что за ним наблюдают, как он будет себя вести. Это, я думаю, всем интересно. Давайте, мне тоже интересно. Я впервые это делаю. И вот прям сразу, чтобы, да, после прям на живую. И давайте понаблюдаем. Вот наш читер. Ну, скажу вам, ребят, вот он рассматривает ИСа 7. Да, классная машина. Все радуются, те, кто получил эти машины. Но, блядь, гляньте, как их много. Но самое интересное, кайдзины не объяснили, не рассказали владельцам будущим ИСов 7, что они будут играть против ИСов 7. Вот это самое интересное. Смотрим, команда И7, И7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ИСов 7 против. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блять, нечестно, тут 8 ИСов 7, а там 9. Кайдзин. Короче, советы против советов. Мега борьба. Обладатели И7 просто безмерно рады такому событию, когда они смогут выкатить свой И7 против И7. Супер. Ну а мы посмотрим на нашим игроков. Он говорит, что он честный игрок. Что там, ты маркер увидел? А там дом нарисован, да? Он уверяет просто, еще и уверяет просто. Да, кстати, Вадим, приношу свои извинения за то, что я в оскорбительной форме о тебе отозвался. Это то, что ты читер, это не дает мне повода тебя оскорблять. Ну, то, что ты читер, это не дает повода тебе наглеть. Пробка организовалась. И ИСы 7 против ИСов 7. Да, Вадим, тебе лучше отсюда уехать. А куда? Ускоримся. На таком дирижансе далеко не уедешь, да? Объезжает банда. Право. Я не верю, чтобы выключил читы. Тот игрок, который начал играть на читах, уже не сможет, мне кажется, без читов играть. Ёп. Что такое? Не пробил ИСа 7? Так это что? Так я ж калибр 152 миллиметра. Все, поиграл. А может, действительно выключил читы, а может быть, пытается открыть эти читы. Ну, то, что он поиграл быстро в этот раз. Блять, охрененная акция, блять. Задонать, вернее, задрать на ИСа 7, чтобы играть против ИСов 7, блять. Расслабчики. Ну, полковые можно не заходить на этом БРе. Нахер бы они обосрались. На БРе 8-0, да, будет БР. Если нет ИСов 7, то нахер бы они не нужны. Это будет чисто одни ИСы 7. Помню, как с ИСами 6 было криков просто жуть. А это будет еще больше криков. Кайдзин, вы просто доведете людей. Я представляю, если, блядь, картина в рандоме 9 ИСов 7 против 8 ИСов 7, блядь. Чем быть полковых? Вот наш честный игрок.
мистер Престижа. Неужели ты читы выключил? Уже пизды получил, сразу же, как только выехал, сразу же, уже справа стоят танки. И ты без читов их не видишь. Ты никогда так не выезжал, блядь. Вот и все, вот и вся игра, поиграл. Вот так вот. Сколько боев еще нужно посмотреть твоим участием, чтобы понять? Я думаю, этого достаточно. Если нет, пишите в комментариях. Всем спасибо, ребят, за внимание, за поддержку, за понимание. До новых встреч. Пока-пока.